Орденом за мужество третьей степени наградили запорожского спасателя МЧС. Награда досталась опытному саперу Владимиру Звонюку. За 9 лет работы сапером Владимир Звонюк повидал многое. На его счету тысячи обезвреженных боеприпасов. Последняя крупная находка, которую ему довелось устранять, была под Вольнянском. 24 тысячи единиц боеприпасов, в числе которых патроны, ручные гранаты, снаряды 45-го и даже 76-го калибра. А вообще много где побывал, говорит Владимир. Ну, в Богданівці був, був в Іракі теж сапером, теж розмінуванням займалися там. Впрочем, в Ираке было хоть и сложно, но не намного опаснее, чем дома, говорит сапер. Бомба, она везде опасна. Ну, як у нас говорили, знаешь, не лізь. Не, не знаешь, не лізь, а если знаешь, тим більше не лізь туда. Ну, завжди треба щось пробувати своїми руками, щоб не пострадали інші люди. Як дружина ставиться до вашої роботи? Ну, менше знає, крепше спить. Своим молодым коллегам новоиспеченный орденоносец советует: нужна особая выдержка и железные нервы. Однако никогда не стоит терять осторожность из-за излишней самоуверенности.